Привокзальная площадь Орехово-Зуево – место скопления общественного транспорта. Сегодня к технике и ее водителям пристальное внимание. Госавтоинспекция совместно с Минтранспортом и Ространснадзором проводит проверку. Проверяются автобусы на наличие неисправности технической. Значит, также проверяется на наличие проведения технического осмотра, а именно выданной им диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении. Также транспортные средства проверяются на наличие полиса ОСАГО водителя, значит, проверяется в первую очередь на наличие водительского удостоверения и также проверяется заполнение путевой документации. Нарушения грозят штрафом не только самому водителю, но и его работодателю. Санкции начинаются от 5000 рублей и доходят до 100. В этот рейд было выявлено 3 правонарушения. А именно выпуск на линию автобусов с 2 техническими неисправностями. И также выявлен выпуск на линии автобуса без технического осмотра. Водителям выписали штрафы. За этим последует проверка компании-перевозчика. Госинспекторы будут лично контролировать устранение нарушений. Подобные рейды в округе проводятся систематически. Их цель – свести к нулю число аварий на дорогах.